Привет, друзья! Решила снять видео. У нас на улице сейчас так классно, идет снежок. Это так красиво. Просто у кого идет снег на улице, выгляните в окно, и вы меня поймете. Я не знаю, сказала я. Сейчас я хочу с вами вместе сделать макияж. Какая-то я желтая. Не понимаю почему. Да, макияжев сейчас много на моем канале. Я думаю, вы понимаете, потому что я девочка, мне это все интересно. И, соответственно, всем остальным девушкам на моем канале тоже это, я думаю, интересно. Кстати, да, напишите, девушки, интересно вам вообще это или нет. Но сегодня не простой макияж. Сегодня макияж будет выполнен одними помадами, жидкими помадами. Ну и приступим. Вот такие оттенки у меня есть. Dior Design, Bourjois, Inglot и NYX. Вы сами понимаете, что оттенки как раз таки такие, которые мы используем в принципе-то в макияже. Будь то румяна, будь то тени, будь то бронзер, будь то помада. Я вот не знаю, какой оттенок наносить именно на глаза. Наверное, обойдусь розовым. Красным обойдусь, потому что розовый может сделать мои глаза заплаканными. Конечно же, я предварительно оформила лицо. Оформила, нанесла тональник, консилер и подрисовала брови. Color Design. Кстати, оттенок у меня 51. Буду наносить пальцем. Ну, что-то такое вот у нас должно получиться. Теперь я хочу взять коричневый оттенок и, соответственно, нанести его и сделать себе контурирование. Боже, он такой ядреный. О, ужас. Я, короче, тут замазала все, что только можно было. Нужно теперь это все замазать консилером. На самом деле вот этот коричневый оттенок Inglot, он почему-то при растушевке проявляется каким-то розовым. Хотелось бы какого-нибудь темного оттенка в складку, но вот я наносила этот коричневый, и он становится буквально таким же, какой у меня был нанесен до этого. Нанесем румяна. Это у нас Bourjois. Очень мягкая помада, очень мягкие румяна. Губы. Можно сделать такие, а можно вообще никакие не делать, правильно? С этим макияжем вы можете использовать как различные оттенки помад, жидких и нежидких. Но лучше всего, мне кажется, будет этот макияж гармонично выглядеть с обычным прозрачным блеском. Это весь макияж. Я надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, вы меня поддержите, поставите там пальчик вверх, не знаю, напишите комментарий, понравилось вам или нет. Честно, в жизни и на видео я вижу, что с этим макияжем можно было бы выйти на улицу. А я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео. Обязательно увидимся. И пока-пока-пока.